Господа, я доктор философии Зифов Георгий Михайлович, назначен представителем Министерства иностранных дел Республики Абхазии с предоставлением мне полномочий в Греческой Республике. В настоящее время на территории Греции проживает много выходцев из Абхазии. Сегодня Демократическая Республика Абхазии идет по пути развития и созидания, и наши соотечественники хотели бы участвовать в процессе развития и процветания страны. С древних времен многое объединяло эти два древних народа. Необходимо дать новый импульс этим взаимоотношениям между двумя братскими народами.